Добро пожаловать в наш детский центр при благотворительном фонде «Живая надежда». Это один из трех центров, который открыл наш фонд. И мы поддерживаем дети и семьи, и подростки, которые оказались в трудных жизненных обстоятельствах. Первый центр, вот этот центр, был открыт в 2001 году. И мы сюда пригласили детей, которые нуждались. Это иногда наши дети, они растут без родителей, растут у бабушек и дедушек, а иногда просто какая-то трудность пришла. И поэтому мы предлагаем им приходить сюда после школы. Они у нас делают уроки, мы вместе готовим каждый день обед. И наша цель – это чтобы у детей были все возможности, несмотря на то, что может в семье не так много денег. И у нас есть бесплатные уроки иностранных языков, английский, немецкий, был даже итальянский, когда у нас были итальянские волонтеры. Мы танцуем, мы поем, мы делаем поделки, и мы живем как одна большая семья, где друг друга поддерживают. И дети, которые вырастут у нас, они обычно уже живут совсем другую жизнь, чем их родители, потому что они научены и наставлены христианскими принципами, это очень важно для нас. И они научены делиться тем, что они имеют. Так что большинство наших детей, они приходят сюда по рекомендации своих друзей. Потому что наши дети, они знают, что если кто-то попал в беде, есть такое место, куда можно приходить. И за эти годы прошли сотни детей, и многие уже выросли. Кто-то живет даже за границей, выучился, стал и психологом. И у нас есть парень, который учился в Англии, работает там учителем истории и религии. Есть очень разные судьбы. И мы очень рады, что мы призваны помогать. И если вы хотите подключиться к нашей работе, мы всегда нуждаемся в помощи. Можно просто приходить, провести какие-то уроки, мастер-классы. Мы будем очень рады видеть вас здесь. И, конечно, всегда не помешает материальная и финансовая помощь. Тем более у нас с Нового года нужно будет платить за аренду этих помещений. И, конечно, это неожиданные расходы, которые придется нам найти финансы. Благодарим вас за вашу помощь и большой привет из Одессы.